Всем привет! Как Наталья скажет. Всем привет! Мы снова в пути, снова в машине, в дороге. Отработали, рабочий день закончился, рабочая неделя, к сожалению, еще не закончилась. Это не пятница, мы едем не в деревню, а просто по делам, скажем так. Вообще едем к дочи в гости, поздравить с прошедшим 8 марта, потому что праздник уже закончился. Она была у Максима, ну и мы поздравлялись только по телефону. Поэтому небольшой такой сувенирчик ей везем. Покушать заказала, ну я вернее спросила, говорю, Дашуль, когда договорились уже, что встречаемся, я говорю, ну что тебе приготовить, чтобы лишний раз не готовить самой. Харчо не ест, а как-то недавно попало так, что Олег ехал в Москву, и она говорит, мам, что у вас там вкусненько? Ну, по-моему, я тоже вам уже говорила, уже не запоминаю, что говоришь вам, что нет. А я говорю, да у нас харчо, говорю, ты его не ешь, ну давай. Ей понравилось, она говорит, давай харчо, свари харчо. Поэтому вчера после работы наварила харчо и себе, и ей. Сделала голубцов немного, потушила в сметане, в духовке. Ну, гарнир себе сварит. Мы с Олегом сегодня поели без гарнира просто. Я с хлебушком, Олег так. Короче, вам прям все подробно говорю. Вам прям что-то и проголодалась уже. Хотя только что муж спросил, голодная. Я говорю, да нет, на работе кофе попила. Ну, короче, и едем так пообщаться, повидаться, потому что в эти выходные она тоже не приедет к нам. Заедем сейчас, возьмем, наверное, хачапури, ну, не знаю, скинем ей фотку на этот, на наш фудкорт, на рынок, потому что все равно нам спешить особо некуда, она до 6 только работает, пока приедет время 7. И пожарим блинов. Она заказала нам блинов. Я говорю, да что, ну свежие, это повкуснее блины. Она говорит, у меня духовка электрическая, она ее прям категорично не воспринимает. Она говорит, у меня не получаются. Либо тесто не так делаю, либо все-таки из плиты. Я говорю, ну давай я попробую. Все равно тебя ждать что-то надо будет делать. Поэтому, наверное, пожарим сейчас у нее блинчиков, потому что масленичная неделя. Девчонки, мальчишки, вы пишете, что видео с опозданием. Да, видео выходит у Натуси каждый раз с опозданием. Натуси в этом плане неисправимо и не исправится. Потому что, сами понимаете, выходные прошли, я видео не смонтировала сразу. Монтирую где-то дня через 3, через 4, когда появляется свободное время. Соответственно, как бы я не хотела, как бы вы не хотели, график по выходу видео все равно сдвигается. Поэтому привыкайте, мои дорогие, кто постоянно смотрит, что день в день видео у меня не выходит и маловероятно, что будет выходить. Так что все, мы в пути. Такое видео будет коротенькое. Ну, как мы провели вечер после работы, наш семейный вечер, скажем так. Поэтому сейчас с вами заедем вместе, купим что-нибудь на ужин и побываем у Дашули в гостях. Все, мы заказали хачапури. Олег соблазнился все-таки на рис. Даша по-эмеретински. Я себе взяла по-аджарски. Сейчас возьмем фарш. Спросила, говорю, хочешь, может, блинчики с мясом сделать? Сейчас купим фарш и накрутим ей с мясом. Зашли за хачапури. Набрали себе колбаски, намазки в виде паштета белорусской продукции. Я взяла себе рулетик, взяла сыр колбасный. Редко, но иногда мне очень хочется. А, вот здесь лаваш, вот здесь и хлеб повкуснее, наверное, было. Теперь уже взяли картошки, взяли. Ходим, гуляем, а там, наверное, наше блюдо уже готово. Хачапурька моя по-аджарски готова. Уже в коробочку упаковываю. Вьетнамскую взяли, Даша спрингроллы себе заказала. Ой, Даша. Дашина по-эмеретински тоже хачапури готова. Вовремя мы пришли, все готово. Спасибо. Пойдем, Наташа, порядок наводить. Пошли.
порядок наводить. Приехали тут, понимаешь ли. Хозяева без хозяйки, да? Да. Так, ну что, Наталья у нас в поте лица будет. Это нам судочки приготовили, чтобы мы привозили побольше. Ну, все. Мультиварка. Весы. Все есть. И мы с пакетиками. Ну что, Наташа, плены делать? Да, я думаю, помощь что нужна? Да нет, наверное, что, я сейчас тесто занесу, пока они будут жариться, потом фарш сделаю. Передачку уберем. А влезет? Чуть-чуть влезет, наверное. Не влезет, да. Или влезет-то? Ага. Влезло, впихнуло. Пихнем, как говорят. Да. А ты не убирай пакет, он нам тут отложили за судочек до следующего раза, чтобы привозить. До следующей передачи. А что босиком? Так, что? Сейчас босиком. Тут что-то целый день обутаю на работе. Ну, плитка холодная, так, здесь плитка. Ты не знаешь? Нет, нет, я тут не лазю. Какие-то чашечки наложены. На, ты муку нашла? Мука-то вот тут у нее, наверное, да, мука. Типа как дома, да? Ну, типа, после мамки с папкой копируют. Привычка-то она же все равно остается. Ну ладно, пошел. Знаешь, что ли? Пойду в телевизор посмотрю тогда. А, помощник. Справишься с плитой? Хоть ту включаешь? Да, вроде бы. Она пока нагреется. Типа да, ну вообще-то надо на маленькую ставить было, потому что это тебе не газ. А жарить? Ну, жарить на то, и ты поставил на самую слабенькую. Да, это наоборот слабенькая, яичко ну, сильное. Нет. А ты где у тебя? А, вот оно. Да. Ну вот, на 6. Ну что, первый блин, в принципе, даже не комом. Единственное, у Даши Ули нет тарелочек таких побольше. А блинница у нее большая. У меня, кстати, меньше блинницы, но удобная. Видите, один край хорошо поджаривается, другой как-то не очень, хотя вроде бы стоит ровно. Ну, для меня электрическая плита это тоже, конечно, тот еще квест. Уж поставила на среднюю, не знаю, как получится. Не нашла лук. Вот что значит не у себя дома. Нашла фиолетовый, порезала салат на фиолетовый. Ничего страшного, чтобы не терять время, потому что она сейчас пока приедет, пока посидим, поболтаем. Пока покушаем, не хочется терять время, поэтому уж как получается. Кто это к нам в гости пришел? Поплакать хочется. Угу. Ну поплачь. Сейчас я камеру отключу. Не, не буду. Не будешь плакать, но держись. Держись, казак, атаманом будешь. А? А чайбурки, сейчас там будет вкусно. Татусик захотел вот такую по-аджарски. Ну, конечно, попробует и по-эмеретински. Наверное, погреть надо будет уже. А то мы еще дитё не поздравляли с 8 марта. Здрасте, у меня Максим стоит. Давай, дитё, мы тебя поздравляем. Даже домашний пижам. С прошедшим 8 марта. Да, Шуль, ну пришлось мне самой посадить, потому что, ну, сама понимаешь, растишки, их надо было в землю. Композиция, короче, ой, камушек упал. Своими руками делай. А, или это я так поставила. Ну, короче, ты можешь, если что, переставить. И у меня еще песочек дома остался, беленькие камушки и песочек. Какая.
Это живое поливать, чем-то но не это... заливать. Ну, ты сделай, как тебе нравится. Он, наверное, упал, мне кажется, скорее всего. Красота. Продается все в комплекте, тоже на Валберес заказывал. 4 прям растишки там, и все высаживается. Не живые прям? Да. Как они, суккулены называются, по-моему? Суккуленты. Суккуленты. А тюльпанчики видела, какие у меня? О, нет. Давай, давай, помощничек мой. Не успевает на фуфика, да? Пришло самому, все на мне. Вот так бы упустили бы и сгорел бы. Вот этот блин. О, и фарш куры готовить. Ну, мне тоже обещали в выходные делать блинчики с мясом. Да, сегодня только дочь, поэтому порция маленькая. Я думаю, блинов, наверное, мало замутила. Да ладно, хватит. Надо свеженькие есть. Она их завтра будет. Сегодня она такую пищу, а завтра на завтрак ей хочет. Вот, мать готовит, отец отдыхает. Ладно, отец деньги зарабатывает. Смотрите, нет, как куда Шули вписалась. Ну, он, конечно, свет тоже любит, но я думаю, достаточно будет, ничего страшного. Там можешь, если что, переформировать. Нам же нужно много игр. Дверь ударился. Да. Ну, вообще, мам, ну, вообще, все-таки... ну... Я достаточно зарабатываю и могу себе позволить это тебе. Samsung. Спасибо. Ну, это, конечно, шутка. Это мой старый Samsung. Никому не нужен. Спасибо. Вот, короче, я взяла тоже это с карточками, но мне кажется... Ну, можешь учить. А я сама не знаю. Я первый раз я ее увидела, как-то почитала, мне понравилось. Битва полов. А тоже прикольная, наверное, игра для веселых компаний. Игроки делятся на две команды, мужскую и женскую. Мужская команда на правах джентльмена предлагает даму начать игру. Женщины берут карточку из женской колоды. В одной карточке содержится несколько вопросов, правильные ответы на них. Вы можете задавать вопросы из карточки, как по порядку. То на... Женщина зачитывает соперникам вопрос. Команда мужчин на него отвечает. А, ну, наверное, типа, что это такое, фен там или еще что-то, ну, да, да, такого плана. Ну, прикольно. Или там плоскогубцы, да, что это такое, да, для женщин, загадка. Ну, тоже прикольно, да, классно. Приедете, надо будет поиграть. Ну, я думаю, человек по три. Ну, здесь вот вариант. Ну, хотя каждый игрок можно. Команде дорог. Командный, каждый сам за себя. Да. Ну, классно, спасибочки. Ну, что, кушать пойдем? А у тебя что же 8 марта был, что ли? Офига, сейчас спринг-роллы. Или они бумажки, что ли? Бумажки. Не, я хочу поджарить. В смысле бумажки? Завёрнуты, но все равно большие такие. Ну, две штуки. Все, с блинчиками мы закончили. А, это какие-то это... спринг-роллы. Пареные-вареные. Я обычно жареные беру. Пареные-вареные, я обычно жарю. Поэтому Даша уже 2 килограмма скинула. Наташа сколько? Наташа? Нисколько. Мне вон зритель написал, что я похудела. Но это, конечно, кажется вам, что я похудела. Приятного аппетита, Даша. Хорошо. Вкусно? А я такие ни разу, наверное, не ела. Ели мы. Мне такие просто не заходили. Не, я, пожалуй, погрею всех. Мне, наоборот, вот эти больше заходят, чем жареные. Полежали, вернее, сначала поели, потом полежали. Потом поржали. Потом поржали, да. Ну уж не стали включаться. Разговаривали о своем, о личном, о семейном. Бюджет распределяли, день рождения отмечали, работу обсуждали. Ладненько, все. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.